Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы опять путешествуем по Истанбулу. Я вам сегодня расскажу об Эминönü. Это такой район, который находится возле моста Галата. Здесь автобусная стоянка, куда прибывает большая часть населения Стамбула. Вокруг, естественно, старинные постройки. Вот здесь вы видите площадь Эминönü. Здесь много народу. Тут есть маленькие кораблики, яхты османского типа, в которых сегодня готовят рыбу между хлебом. Можете попробовать ее, очень вкусная. Вот. Сюда люди приезжают как на базар, так и отдохнуть, покататься на яхтовых кораблях по проливу Босфор и так далее. Каждый здесь может найти для себя что угодно. Можно хорошо провести время, посмотреть на рыболовов. Их тут очень много. Удачи от всех.